Что такое осень и как оно выглядит? Одно из четырех времен года, между летом и зимой. Осень – переходный сезон, когда заметно уменьшение светового дня и постепенно понижается температура окружающей среды. Для осени мы сами ощущаем красный цвет октября, собираем листья, прибираемся во дворе. Только осенью. Но что, если ты любишь осень? Ты начал учиться в школе и сам полюбил бабье лето. Жатва – это то, чего в ферме люди собирают злаки и стелят свежий хлеб. Для осенней сцены мы слегка видим лицо цвета, исчезновение зеленого. Мы все были в школе и ни разу не пропустили тот день, о котором мы знали, что такое осень. Осенью мы так видим, как красиво, но есть недостатки. Осенью бывает и грязная погода, и маловероятно, осенью может быть очень холодно. Для тех, кто любит осень, я предпочитаю искусную картину после летней культуры. Казалось, что мы слышим, когда ветер шумит, листья краснеют и летят. Ветер с листьями – это ветер, существующий между летом и зимой. Вот что я скажу. Когда заканчивается лето, листья деревьев станут падать на землю, и потом идут дожди. Дети идут в школу, а взрослые идут на работу. Когда я был маленьким, я не понял, что это такое. Но запомнил, когда впервые в сентябре был в школе. Однако спустя десятки лет я уже помнил, что осень для меня лишняя. Но это долгая история. Хотя на грани любого удовлетворения, я выражаю спокойствием зависеть более вкуснее, чем осень. Но есть ли толк в том, что вовсе это современный тип жизни? Ведь это и называется осень. Значит, иногда бывает так, что ты внутри чувствуешь себя, что... Допустим, что-то тебя вдохновляет. Что значит вдохновляет? Вдохновляет – это значит, что определенное состояние, определенная атмосфера, они на тебя влияют, и ты чувствуешь определенные эмоции. Например, ты чувствуешь грусть, или ты чувствуешь какое-то, знаешь, уединение, или что-то поэтическое в тебе просыпается, ты хочешь писать стихи. Понимаешь, то есть получается, что ты общаешься в этот момент, с одной стороны, с самим собой, а с другой стороны, вообще общаешься с Вселенной. Ты не находишься в рамках какого-то маленького пространства. Даже когда на улице идет дождь, и ты закрываешься в комнате и читаешь книги или размышляешь, то ты своим каким-то внутренним переживанием начинаешь общаться со всем миром, со всей Вселенной. Понимаешь, с Богом, с поэзией, с людьми и так далее. И ты как бы это остро ощущаешь в определенных состояниях, в определенный период, когда уже год заканчивается, когда после весны, когда только-только зарождается жизнь растений, и не только растений, а потом летом это все невероятно цветет, и все это разрастается, осенью дает это плоды, потом постепенно это начинает увядать, умирать или готовиться к зиме. И вот этот переходный момент, когда от осени переходишь к зиме, когда все должно закончиться, а потом на следующий год все должно начаться заново, ты, конечно, ощущаешь определенную что-то наподобие грусти, понимаешь? И эта грусть заставляет тебя размышлять и чувствовать. И в этом смысле осень, конечно, уникальное время. Но я это особенно почувствовал тогда, когда начал
снимать фильмы. И так получилось, что все свои три фильма, которые я снял, ну, «Полный метр», я все снял осенью. И я, когда снял первый фильм, во время съемок, я понял, что атмосфера осени, она переходит на экран, на пленку, а потом переходит на экран. И вот эта атмосфера, для кино очень важна атмосфера, потому что кинематограф, как и любое произведение искусства, они передают человеку определенную энергию, определенное настроение, и поэтому человек нуждается в произведениях искусства, потому что они в нем рождают эмоцию. И вот снятые кадры осенью или, допустим, в каком-то осеннем состоянии, они больше передавали состояние, энергию, чем те кадры, которые были сняты, например, в солнечный день, где осень, допустим, не видна была. Или наоборот, был солнечный день, но это снималось в парке, где было видно все-таки вот эти желтый цвет. И вот информация, которую мы получали через экран, это, допустим, там или пасмурный день, или желтые листья, да, уже с помощью наших кодов восприятия рождали уже в нас, как зрителей, определенные эмоции. И вот, сняв первый фильм, я понял, что осеннее состояние, какая-то тишина, какое-то спокойствие, понимаешь, это реально очень дорогое время, дорогое состояние. Поэтому и второй, и третий фильм я уже не стал снимать ни весной, ни летом, а снял осенью. Ну, во всех в них есть определенная грусть, и все они и по содержанию грустные. Поэтому как бы вот осень и содержание фильма здесь наслоились. И я понял на самом деле, насколько мощное время осень, что она не только у меня в душе рождает определенное состояние, но и оно переходит, если ты это как художник, как автор чувствуешь, то ты можешь это перенести в произведение искусства, а дальше уже произведение искусства будет передавать то же состояние уже зрителю. Вот, собственно говоря, чем оно меня вдохновляет и чем оно вдохновляет, наверное, всех. Ну, она самая красивая. Она грустная. Она тонкая. Она такая не жаркая, не холодная. Она какая-то настоящая. Она похожа на людей. Люди же тоже грустные. Вожу детей в школу. Грущу. Собираю листья, каштаны, желуди. Потом смотрю, как падают листья. Потом смотрю, как идет дождь. И я их все время собираю. А еще я люблю убираться во дворах. Любила, когда я была маленькая, в школе жгли костры дворники. Так красиво было. Осенью я люблю есть горячий суп. Умирают листья, деревья засыпают, чтобы пережить зиму. Ведь там, где нет осени, там, где нет зимы, там не падают листья. Не знаю. Я родилась осенью. И я помню, что когда мне было 7 лет, мы с мамой гуляли в дворе и собирали кленовые листья. Выбирали такие листья, где больше всего разных цветов. С самым красивым узором. И потом дома мы их гладили утюгом, как одежду. И они засыхали, и из-за этого они не гнили, не портились. И можно было поставить их в вазу, как букет. И они стояли до следующей осени. А потом мы их выбрасывали и собирали новые листья. Ну, я вообще люблю осенью готовить грибы. Но в этом году я ни разу не готовила грибы. Может быть, сегодня мы это сделаем. Но осенью хорошо ходить на рынок, потому что там много всего красивого. И ты можешь даже ничего не купить, а просто ходить и рассматривать цвета, потому что баклажаны, они такие фиолетовые, синие бывают, а капуста, она такая зеленая, и желтые дыни, оранжевые тыквы, просто очень красиво осенью. Осень бывает разная, заканчивается лето, и приходится надевать на себя много одежды,
нужно куда-то идти, у тебя появляется очень много дел. Я люблю осень, потому что мне есть чем заняться. И я чем-то занята, что-то пишу, о чем-то думаю. Но при этом осенью намного тяжелее, потому что не можешь спонтанно выйти и пойти гулять, и прогулять всю ночь, с кем-то случайно встретиться, там, может, уехать куда-то спонтанно, например, в Питер. Это становится все сложнее. И с каждым днем становится больше, ну, становится холоднее, и ты чувствуешь, что скоро наступит зима, а зимой, да, иногда даже лень из дома выйти. Но я все периоды люблю года. Зиму даже люблю, если там не очень холодно. Осень просто такой переходный период. И если у тебя получается чем-то заняться осенью, это хорошо, потому что если ты не находишь своего дела, ты начинаешь очень сильно загружаться, начинаешь сильно много думать, и иногда это даже вредно. Летом ты, может, куда-то уедешь, и подолгу можешь людей не видеть. И когда ты приезжаешь, бывает так, что в сентябре и в октябре ты все еще пересекаешься с людьми, с которыми долго не виделся, и что-то обсуждаешь. И тем более Хэллоуин. Хэллоуин – это очень крутой праздник, я всегда к нему очень долго готовлюсь. Обычно я устраиваю для детей, но я прям очень люблю этот праздник. А еще осенью у моей лучшей подруги день рождения. И мне всегда важно ей какой-нибудь подарок сделать. И если это, ну, это день холодный, а это обычно холодный день, потому что 31 октября, я пытаюсь его ей сделать как-то потеплее. Не знаю, спонтанно купить тортик, хотя она от меня этого не ожидала, сводить ее куда-нибудь. Или просто позвонить, если мы не рядом. Но осенью плохо то, что ты солнце очень редко видишь. Ты скучаешь по небу, потому что голубое небо – это все-таки залог очень хорошего настроения и легкости состояния, ну, лично для меня. А когда все завалено тучами, ощущение, что каждые 3 секунды может пойти дождь, это немного напрягает и меньше желания выйти куда-нибудь погулять, с кем-то встретиться или даже пойти на учебу. И ты не можешь себя заставить выйти куда-то, и такое ощущение, что ты будто стопоришь свою жизнь. Первый человек, который я вспомнил, который умер осенью, это был мой друг. Он умер ровно в день моего рождения. Ему где-то было 34 года. Его звали Стас Амашкин. Это было 13 сентября, 4 года назад. Осенью уже цветов нет. Ну, вообще, цветы весной продаются и вообще растут. А осенью цветов не особо много. Я недавно была в магазине, и там кроме роз ничего нет. А так я очень люблю ромашки. Когда у меня был день рождения, один раз меня учительница выгнала с урока литературы. Я себя, видимо, плохо вел с этой точки зрения. И я так расстроился, что я даже заплакал. Осенью желтеют листья, опадают деревья. Осенью кроты забираются глубоко под землю, чтобы им было теплее. В Грузии и так все жарко, потому что она ближе на юге, да. То есть она больше времени греется под солнцем, чем Россия. Я чувствую, что осень всегда начинает происходить на парке в Бабушкинской. Там я беседую с друзьями и покупаем правильные одежды. Еду на больших рынках. Для осени я всегда люблю быть в колледже. Однако я устраиваю гулять по улице один. Все граждане доказывают, что в городе грязно, к исключению лета. Но когда листья краснеют с дождями, то они с радостью умеют вспомнить далекое детство. После дня рождения моей мамы я понял, что осень – это красивое, что имеется в виду для самой важной эмоции человека. Дети собирают листья на коллекцию, а я нет. Некоторое время я взрослел детей, но это не совсем главное.
Осень краснеет, если он холоднее лета, но теплее зимы, потому что это не важно. Хочешь пойти в школу или нет, важно. Что это, кстати, частично красиво, и деревья становятся рыжими. Однако даже если осень закончится, то холод становится еще сильнее. Если это так. Ностальгия об осени, я весьма такое и хотел сказать. С детства я понял весьма вероятные в школьные времена радости, капризы, недостатки и ответственность. Ты весьма любишь жатву, потому что ты как вылитый отец, но это не значит, что ты сильный. Об осени я хорошо понимаю, как это грустно. Но существуют даже и фильмы про осень, книги про осень и песни про осень. Все люди на Земле знают, что такое осень. Потому что они могут вспоминать и прошлое. И всегда верили в детях. Они знают детские времена. Осень миллионы лет каждый год станет существовать. Иногда-то некоторым не везет осень. Те, кто в тюрьме, уже не везет. Хотя можно и вспомнить месяцы. У тебя сердце бьется, если ты не можешь больше ждать, когда наступит осень. Но это может пройти незаметно. Потому что можно любить не только осень, но и природу. А осень, я знаю, что тогда здесь такое... Класть падают, и тогда может запускать свои бумажные и будто из такого пластика самолеты. Или бумажные. Книги я всякие там попал моей детские, а иногда, когда хочу спасти мир. А супергероев мой любимый супергерой Эластика, потому что я ее обожаю, она может так отгибаться. Иногда я не слушаюсь, а иногда слушаюсь. Вот несколько дней, когда папа меня учил водить, я хорошо водил, и я заслушиваю всякие там сладости. Конечно, иногда осенью можно посадить яблоню, но до этого надо столб побелить, если нет дождя, полить. И, конечно же, зимой надо положить удобрение. Это значит все яблоки собрать. Я знаю, что осень – это такая классная штука. Я просто родилась осенью. Ну, знаешь, желтые листья. У всех людей, ну, в октябре точно очень плохое настроение. Лужи, слякоть. Ну, а сегодня классный день. Осенью плохие люди. Потому что они готовятся... Некоторые даже люди осенью начинают готовиться к Новому году. Да. Закупаются не настоящими елками, вот. Но некоторые дети осенью очень даже классные. Они собирают листву. Ну, знаешь, наверное, самое плохое — это просто лужи. Лужи, да, люди и плохое настроение. Потому что день становится намного короче. Ночи очень много. Я знаю, что после осени идет зима. Дальше идут совсем другие люди, совсем другие развлечения и совсем другой настрой. Идут снеговики дальше, после осени. Для тех, кто любит октябрь, люди сумеют даже иметь жатву. И для тех, кто голоден, тот и сможет наслаждаться хлебом с маслом, хлебом с икрой и хлебом с колбасой. Люди творят украшения из падающих листьев, потом смогут изготовить что-нибудь еще из падающих листьев. Хотя они и так сразу поняли, что такое октябрь. Осень – это такое сказочное время года, когда очень красиво из-за того, что листья
разноцветные, желтые, красные, немножко даже зеленые, коричневые. И они очень красиво падают с деревьев на асфальт или на землю. И собираются такие кучи, и можно ходить и так ногами их разгребать. Это очень как-то весело, увлекательно и красиво. Еще мне очень нравится осенний воздух и запах листьев, и запах дождя. Он такой свежий и приятный. Еще мне нравится дождь и гулять под дождем. У меня нет зонта. Вот, и я люблю чувствовать, как дождь, вот эти капли, они падают прямо на меня, и какие-то очень приятные ощущения. Вот. Еще я знаю про осень, то, что осень бывает после лета. Ну, то есть, когда очень жарко, и у всех отпуск, все... такая свобода. Потом осенью потихоньку все встраиваются в свои дела. Кто-то в учебу, кто-то в работу. Вот. И потихоньку все готовится к зиме, к холоду. Ну, это был для меня близкий человек, очень значимый. Муж моей мамы. Вот он. Это было где-то лет... 14 лет назад. Вот. 31 октября. Это осень. Он долго лежал в больнице, но все надеялись на то, что все-таки все будет хорошо. Но, к сожалению, просто в какой-то момент мама позвонила и сказала, что он умер вечером поздно. И я поехала к ней, чтобы ее поддержать. Ну, нет, это не мой отец. Его звали Игорь. Вот что могу сказать про осень. Что осенью часто у многих людей бывает, знаешь, такая осенняя хандра, такая депрессия, плохое настроение, очень сонливость повышенная, всем хочется спать, ничего не хочется делать, не хочется утром вставать и куда-то идти. Я знаю, что так у многих людей бывает. Не могу сказать, что у меня это как-то может быть связано с осенью. Мне кажется, у меня настроение не зависит от погоды, но тем более мне очень нравится осень. Но я знаю, что у многих людей действительно на них влияет, и что если у кого-то есть какие-то трудности, то, ну, усиливается это. Вот что я знаю про осень. Да, плохого ты спросил. Вот, да, осенью такое бывает. Этой осенью сначала, в начале октября, я вместе со всей школой, с колледжем, поехала в театральную экспедицию в Подмосковье, в Лесной городок. Вот, мы там... готовили спектакль и ставили спектакль с ребятами. Но после этого я ездила в Израиль просто отдыхать на 10 дней. Осень. Бывает очень радостно и грустно. Так что, особенно когда конец осени, уже начинает погода скапливаться, облака скапливаются. И самое воспоминание. Осенью всегда ходит в школу. Такая традиция. Не знаю, с каких пор. То ли советская традиция, хотя я смотрел недавно, месяц назад, или полтора, скорее полтора месяца назад, ездил с родителями в Тульскую область. И мне там не понравилось, потому что там до сих пор сохранилось все советское. Сохранилось. И здания, и магазины, все сохранилось. Но... я был на Крите, был. Греция там сильно изменилась, даже остров вырос. Он стал больше, чем 6 лет назад.
гораздо больше. Мы с родителями были в замечательном 5-звездочном отеле. И у нас был замечательный шведский стол. Можно выбрать любую еду, а не как в санатории. В санатории вообще ничего нельзя выбрать. И запомните, никогда не ездите в Тульскую область. Это ужасное место. Советское ужасное место. Самое печальное? Да, точно. Самое печальное. В самой первой школе, в которой я попал в ад. В преисподнюю, нет, даже настолько адская, что я запомнил на всю жизнь. Что я был в аду. В советской школе я был. Начальной. Друзей у меня там не было. Чувствовал я очень несчастливо. Учителя перед родителями притворялись добрыми. А на самом деле они очень так были... не девскими злыми, а... просто ужасными. Настолько ужасными, что я запомнил на всю жизнь. Я от боли, я повзрослел. Перестал быть хулиганом, хоть я когда-то давно, уже даже, если честно, я забыл, когда был хулиган. Нет, да, я уже даже забыл слово. Хулиган... потому что меня там оскорбляли. И это я на всю жизнь запомнил. Так что спасибо большое. Вот что меня запомнилось печально осенью. Теперь наступил ноябрь, последний осенний месяц. В ноябре можно увидеть все новое, но и не только. 18 ноября отмечается день рождения Деда Мороза. В магазине продается все для новогоднего праздника. Но это не самое время для Нового года. Если для последнего месяца осени станет падать снег, потому что все люди станут одеваться очень тепло к концу осени. Знаю, что это время года. Знаю, что осенью опадают листья, становятся желтыми. Вот. Дожди начинают идти. Самое мое нелюбимое время года раньше было, а теперь я его полюбил, потому что осенью в прокат выходят всегда в основном самые лучшие фильмы. Вот. Всегда плохое настроение гарантирую, всегда очень грустно, если нет солнца. Ну, в основном солнца, да, нет. Обычно всякие тучи. Я раньше был согласен, но потом понял, что можно... Ну, короче, раньше я был с этим согласен, а потом понял, что это все зависит от внутреннего восприятия этого времени года. Вот. Я очень люблю пить зеленый чай, особенно осенью. Хотя, если вообще, в принципе, говорить про горячие напитки, я осенью больше люблю пить кофе, потому что нужна какая-то всегда подпитка, чтобы что-то делать, потому что такое пассивное состояние всегда будет. Ну, короче, нужно быть еще бодрее, чем обычно. А когда светит солнце, можно пить зеленый чай. Моя традиция связана с Хэллоуином, это ужастики смотреть какие-то, которые, ну, в основном какие-то выдающиеся, которые никогда не видел, вот. И в этом году я даже изменил свои традиции. Я так и не посмотрел «Ребенок Розмари», который хотел, но зато сходил в кино на Хэллоуин Дэвида Гордона Грина. Вот. Очень неплохой фильм, как мне показалось. По-моему, умер Александр Аскольдов в этом году, режиссер «Комиссара». Вот. А по-моему, он даже не осенью умер. Вот это так же, как с книгами. Я даже не вспомню.
Потому что, когда я знаю, что человек там умер, я обычно это не воспринимаю в контексте времен года. Шишки любил. Еще осенью каштаны же падают, нет? Вот каштаны я любил 100%. Мы еще ими обкидывались. Типа кидали друг друга с друзьями всегда после школы осенью. А листья... были моменты, когда я их собирал осенью, но я обычно этим не занимаюсь. Честно говоря, отец точно осень не любит, это я знаю, а мама вне зависимости от времен года живет просто. Она круглые дни работает просто. И она на это внимание не обращает особо. Ну, я знаю, что осенью природа меняет свое обличие, все листики опадают, вот. Это как такое, знаешь, последняя стадия жизни человека, когда ты начинаешь оживять, вот. Но потом происходит перерождение. То есть осень — это подготовка к зиме. Да, вот. Но с сентября по ноябрь мы учимся, листики падают, всем становится грустно, идет дождь, холодно. Я не очень люблю осень. Хотя у меня день рождения осенью, 4 октября. Потому что есть осенью неделька, когда очень тепло, как летом. Вот, обычно это в сентябре, в конце сентября, в октябре, вот, бабье лето наступает. Но так называют, потому что, там есть какая-то легенда про какую-то бабку, вот. Но я не знаю. Я знаю, что бабье лето — это когда неделю тепло осенью. Ну, я осенью праздную свой день рождения. Вот. И еще осенью. Мы начинаем учиться. Это грустно. Ну так, знаешь. Ты вроде типа отдохнул летом, а на самом деле ты не отдохнул летом. И осенью ты такой, хочется спать всегда. Плохая погода, птички улетают на юг, когда все начинает замерзать осенью в ноябре. Ну что еще плохого осенью? Холодно все время, и все становится серым. Сначала оно все такое красивое, золотое, а потом под конец осени все становится серым, и все становится неинтересно. Ну да, да. Ну листья начинают умирать, Лерик, и поэтому становятся, они как бы готовятся к холоду, потому что типа если листья не будут опадать, они просто замерзнут и они больше не будут расти. Есть деревья, которые, мы не берем елку в счет, но есть деревья, вот в Молдавии у меня были, которые они не успели выпадать осенью, потому что было очень тепло, а когда наступала зима, листики еще были на деревьях. Вот, и они замерзали, и эти деревья засыхали потом, потому что листики не успели выпадать. Вот так вот. Осень — это грустно, на самом деле. Я не люблю, честно, Лерик, я не люблю осень, мне не нравится. Она такая, знаешь, все становится серым, холодным, нужно уже теплые вещи носить, шапку нужно носить, перчатки. Ну, мне не нравится осень. Грустно становится. У меня папа умер осенью в ноябре, 24 ноября. Или 24-го. Но он заболел и умер, когда мне было 6 лет. И все. Да, рак. Мама, наверное, любит осень. У нее тоже день рождения осенью. 16 октября. Да, 16 октября у нее день рождения. Вот. Мама любит осень. Мне кажется. Если бы я любил осень, наверное, мне было бы тепло и весело. 1 сентября. Слушай, это одновременно весело, потому что ты можешь увидеть новых людей, которые к тебе в школу пришли, вот. Но одновременно очень грустно, потому что опять начинается рутина, каждый день вставать с утра, идти в школу, учиться. Ну, я люблю учиться, но просто иногда это переходит в какую-то, знаешь, такое одно и то же все время, всегда одно и то же. И, рутина, превращается жизнь в рутину с 1 сентября и по 31 мая. Осень очень разная и красивая. Осенью бывают очень теплые дни, бывают очень холодные, бывают очень светлые дни в сентябре, а в ноябре очень темные. Осень, мне кажется, самое разнообразное время года. Прям
Я очень люблю сентябрь. Я очень люблю воздух в сентябре. Он такой прям прозрачный, свежий. И небо в сентябре. И то, как листочки только-только начинают желтеть. Но на самом деле я люблю, и когда они уже совсем опали, и ветки деревьев стоят прозрачные. Такие голые, такие хрупкие. Я родилась осенью. И я всегда чувствую осенью, как год заканчивается, а потом как он начинается. Мальчик. Ну, я люблю теплую осень. Я люблю осень в Киеве. И перестала любить осень в Петербурге. Мне нравится, когда осенью тепло и не влажно. Но на самом деле самое мое любимое время – это ноябрь. Вот я сейчас понимаю, когда вот мы с тобой об этом заговорили, что больше всего я люблю, когда листья уже стоят, листья уже упали, и деревья стоят голые. И сквозь них видно небо. И они такие графичные. Я очень люблю смотреть на голые деревья. Но еще при этом вот интересно, да, ведь зимой деревья тоже голые. Но как-то понятно, что зима – это зима. Но вот есть такой промежуток в осени, когда уже вот-вот начнется зима, а она не наступает. И вот ты ждешь, когда уже выпадет снег. Я очень люблю стихотворение Иосифа Бродского «Осенний крик ястреба». Я его не знаю наизусть, я его люблю перечитывать, когда выпадает первый снег. Потому что когда выпадает первый снег, какое-то прям облегчение происходит. И при этом все равно, конечно, грустно. Тоже. Странно, да? И облегчение, и грусть. Ну, в общем, я вдруг поняла, что мне очень нравится ноябрь. Какая-то насыщенная очень... насыщен мир в ноябре. Ну, я очень люблю, конечно, осенние все фрукты. Хурму люблю, мандарины. Ну, вообще, яблоки вкусные осенью, груши. Ну, и овощи тоже вкусные, там, тыква. Тыквенный суп люблю варить осенью. Вот. Люблю очень, знаешь, какой момент? Сумерки осенью. Когда еще не совсем темно, но уже зажегся свет. И смотришь в окно, и видишь, что... во всем доме в одном окне горит свет. И так у меня много фотографий. Я прямо ищу такие дома. И для меня это какой-то такой образ прямо уюта в самом сердце. И еще я очень люблю сказки Сергея Козлова про осень. Про ежика и медвежонка, как они ждали зиму. У него целый цикл. И это все вроде бы так на улице холодно, промозгло. Но чувствуешь в этой погоде, холодной и промозглой, что у тебя горячее сердце. Вот я чувствую, что у меня горячее сердце в ноябре. Хотя везде ужасно холодно. Понимаешь? И вот этот огонек, который вдруг загорается там в 5 часов вечера в окне напротив, а одинокий, какой-то странный, ну кому-то уже темно. Это как вот такое горячее сердце внутри холодного дня. Осенью... ну, апатия иногда наступает. Хотя у меня уже давно не наступает никакая апатия осенью. Ну, как-то все равно то, что это вот там опадают эти листья, умирают, это вроде как красиво, но это все равно немножко грустно. Красивая пора.
такие мягкие, ласковые тона появляются, желтые и приглушенные красные. И такое громадное количество листьев иногда встречается на земле ни весной, ни зимой. В общем, такого нету, чтобы листья, как живые существа, лежали. Волшебная пора. При этом яблоки зрелые, вишни зрелые, виноград зрелый. Очень красивая волшебная пора. Это период, когда готовятся организмы к времени холодному, ко времени с недостатком ресурсов пищевых. Многие организмы научились залегать в спячку, и все процессы идут медленно-медленно, но они не умерли. Совсем недавно я столкнулась, как человек и как биолог, с тем, что, оказывается, мы в нашей полосе все страдаем от недостатка витамина D. И даже когда в средней полосе человек вот летом ходит с открытыми там, руками, ногами, там, если короткое платье, лицом, то все равно, оказывается, его недостаточно накапливается. А витамин D, он играет роль такого тонизатора жизни, такого активного такого витамина. И в этом смысле осень, которая после лета, все-таки там титр витамина D довольно высокий, и осень не зря у поэтов была любимой порой. А бабье лето – это еще одна возможность взглянуть на солнце, порадоваться и активно пожить, а не просто там замер и тихонечко в своей берлоге сидишь. Ирина Геннадьевна нам рассказала версию свою, что если женщина-крестьянка не видела лето, потому что она трудилась на поле от весны до снятия урожая, то вдруг эта передышка, когда осень уже наступала, она для нее была летом настоящим, но коротким, прям бабьим. Но круто, вдруг раз. Как известно, я работаю в школе, и это всегда плюс и минус. Начало работы – это радость, и начало работы – это такая пора сомнений, вытащу ли я этот следующий год, потому что всегда как-то страшно, потому что каждый сентябрь начинается с каких-то новых больших задач, и ощущение такое, что как страшно там все впереди. А потом осень идет уже дальше, дальше, дальше. Маленький вот отпуск в бабье лето, а потом уже становится все привычно. Теперь легче, да, потому что, как тоже говорят, глянь в окно, как много снегу намело, и праздник. Про зиму, ты помнишь, как вы радовались возможности кататься, как вы уходили с вашими старшими друзьями, с Настей, с Аленой, и как вы радовались в парке, когда была зима, и катались, несмотря на то, что был и ветер такой, все, мы все равно страшно радовались зиме, и даже осени радовались. Было же такое время, когда мы на Болотную площадь, помню, пошли, как холодно было, поздняя осень. Ну, как-то не знаю, очень хорошо все равно, дело не в паре года, когда рядом друзья. И становится все равно, осень это или лето. Вот у меня, наверное, я плохо рассказать, чем для меня отличается осень, там, лето. Ну, могу, конечно, но это, наверное, общие будут вещи. Если рядом товарищи, в общем, мне хорошо. И осенью, в общем-то, мне немножко страшно, там, в сентябре, я честно рассказала. Но когда я с вами работала, было интересно. И, наоборот, это была самая такая моя... Такое завихрениями месяц, потому что все время были мысли, а что такое мы будем интересное делать, вот что-то такое надо замечательное делать, что вот так. Ну, я знаю, что патриарх Алексий, вот 10 лет с его дня смерти, он умер в конце ноября, если я не путаю.
человек, вызывающий у меня большое уважение. Нет, он был взрослым, умудренным, и он, когда выступал и в телевидении был, он вызывал всегда доверие, и это, ну, я телевизор почти не смотрю, это не часто, все-таки это общественное место, такое СМИ, телевизор, вот он умер осенью, я знаю. Но про человека умершего осенью все. Ну, вообще, если честно, 4 сентября моя мама умерла. И так было красиво на улице. А мне было, в общем-то, плохо. Так что не знаю. Мне было всего 14 лет. И мама очень мучилась. И поэтому было такое двоякое такое ощущение. Потому что она перестала мучиться. И лежала красивая уже в гробу. Хоть и исхудавшая. И не было больно от того, что ты не можешь ей помочь. Почему-то было очень жалко самую себя. Вот, у меня нет мамы. То есть не ее было жалко, а себя. Ну, маленькая, наверное, была. Вот и наступает последний день ноября. Стал падать снег и еще больше холодеть. Однако ты весьма хочешь, что будет вечным, если не откажешься. Но в кое-ко веки тогда ты не поймешь, что такое будущее. Если хочешь прошлое десятилетие, то мы сможем разрешить, но ты никогда не улыбнешься. Зато конец осени весьма окажется началом зимы.